мать, с отцом. Первыми научили меня силе слова «да». Однажды вечером они приволокли меня на кухню и бросили прямо на пол. А потом была только боль. Снова боль, и снова, и снова. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Я больше не был напуган, я был чист. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только «да». И всю свою жизнь я искал новые поводы сказать «да». Я испытывал свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. Но Иосиф показал мне, каким эгоистом я был. Только получал, только брал. Лучший дар – тот, что ты отдаешь, а не берешь. Но здесь нужна смелость. Смелость признать свой грех. Вживить его в свою плоть и нести это бремя. А когда настанет час искупления, когда ты начнешь смиряться, вырезать, словно опухоль, и показать, чтобы видели все. Это и есть смелость. Нет. Я научу вас смелости. Научу вас, как сказать «да». И победить свои слабости, победить свой грех. Вы пересечете море боли и будете свободны. Ведь таков единственный путь к искуплению. Ну, с кого начнем? Да. Да. Ты об этом не пожалеешь. Но пока мы не начали, мне одному кажется, что помощник Хадсон должна вернуться к себе. Иначе мы нарушим тайну исповеди. Я не заберу у тебя жизнь. Я верну ее тебе. Я открою тебя. Заполню твоими худшими кошмарами. И пока ты давишься, твои грехи явят себя. И лишь тогда ты, наконец, поймешь силу слова «да». Скоро вернусь. No, no, no.